Очередная серия нашей инициативы от нормальных людей. Вот что мне подумалось. Слушайте, а ведь люди, которые это сделали вот с этими людьми на Донбассе, они же, наверное, должны ответить, правильно? Должны ответить по закону, правильно? В общем, мы кое-что придумали. Не переключайтесь. Анатолий Сергеевич, я на шахте, да, электросредств. У меня всего стажа, это 50, наверное, и бьют. И ночь, и день бьют. Бьют здорово, да. Я сижу здесь. На диване сидит, что он делает? Да я не выходил. А что выходить? Я сам не выйду. То есть выйти, несколько раз ударишь, то лбом, то... И вот вся надежда на это. Брата, жена вот помогает мне. У меня убили сына. Где-то уже лет 25, наверное. 15 уже? Угу. Спасибо. А что это за добрые люди? Да? Спасибо. Спасибо за помощь. На лекарства тоже тебе.